Компания Oriflame, партнер проекта «Экспресс Карьера». Сегодня я с вами поделюсь, как поменялась моя жизнь с нашим проектом. И поговорим. Да, расскажу общие моменты, что мы делаем, как мы зарабатываем. Так, начинаем. Да, план нашей встречи. Мы с вами познакомимся, я расскажу о своей истории в проекте, почему выбрала компанию Oriflame, почему выбрала проект «Экспресс Карьера», суть проекта, за что платят деньги, и все, кто останутся до конца вебинара, получат бонус. Давайте знакомиться. Я проживаю в России, в Московской области, в городе Пушкино. Мне 31 год, замужем, у меня ребенку 5 лет. Он сейчас дома, поэтому буду работать с помощником. Смотрите, жизнь до проекта. В принципе, все как у всех. Закончила школу 11 классов, поступила... Московский государственный университет путей сообщения. По образованию я инженер-строитель железных дорог. Я поступила на вечерний факультет, поэтому уже с первого, да, приветствуем всех новых партнеров, приветствуем всех гостей. С первого курса я уже начала работать. То есть что такое работа по найму, я знаю не понаслышке. Около 10 лет я проработала на разных работах по найму. Год проработала в университете, курьером работала, секретарем, бухгалтером. И в результате закончила после университета бухгалтерские курсы. И последний год до декрета я успешно... трудилась в хорошей, перспективной московской фирме. Я работала бухгалтером. Все было здорово. Но в 2011 году случилась свадьба и декрет. Год я наслаждалась декретом. Прям я была вся в сыночке. Вся вот в этих семейных хлопотах, мне все очень нравилось. На работу звали на работу, причем начали звать сразу же, возвращаться на рабочее место. Но я себе, как сказала, я сказала, полтора года я точно буду находиться в декрете, а дальше уже посмотрим по ситуации. Ребят, вы прекрасно, да, понимаете, что хорошие деньги можно зарабатывать на работе по найму, есть хорошие специальности, хорошие должности. Но наши топовые менеджеры, кто зарабатывал очень хорошо, они, если уходили в декрет, то уже через полтора месяца, через полгода они возвращались. Ну, к сожалению, так. И детьми занимались бабушки, няни, только не родители. Почему? Потому что родители строили карьеру, родители зарабатывали хорошие деньги, но практически не видели своих детей. И вот у меня, в принципе, ждало то же самое, если бы я решила вернуться на свое рабочее место. Меня ждало повышение, но ребенка пришлось бы отдавать бабушкам. Я всегда говорю, что я родила уже в осознанном возрасте, когда мне было 26 лет, и все-таки я рожала ребенка для себя, да. И я начала рассматривать, когда Максу исполнился год, мне начали поступать предложения в интернете о дополнительном заработке. Я их начала рассматривать. Почему нет? И в результате 28 ноября 2012 года мне поступило предложение от моего спонсора, от Светланы Ластовской.
о том, что можно работать в интернете без вложений, без продаж. Я у нее поинтересовалась, что же это такое, и она мне выслала, тогда мы еще работали письмами, она мне выслала письмо на почту о том, что это наша компания, о том, что это наш проект «Экспресс-карьера». Когда я услышала, что это компания Oriflame, меня это нисколечко не смутило. До деятельности в проекте я знала, конечно же, про такую компанию, но кто про нее не знает, но не имела, ну, конечно же, не имела представления о том, какие здесь есть возможности. Об этом я уже узнала, начав развиваться в нашем проекте. В результате что получилось? Я зарегистрировалась, я очень активно начала, и в марте 2013 года я была менеджером 9%. А потом, девчонки, ну, девчонки, мальчишки, да, что произошло? Я не могу объяснить ту ситуацию, которая случилась. Что-то у меня в голове поменялось, я это называю какой-то творческий кризис. Я прекратила работать. Прекратила работать вообще. Я периодически заходила на сайт компании, я оформляла покупки, потому что дисконт 20%, он меня, конечно же, устраивал. Вот. Но я не работала. Я называю этот момент переосмыслением каких-то внутренних ценностей, да, какого-то мировоззрения. Я не знаю, не могу объяснить, что случилось. Но в августе 2013 года, получается, почти через год после регистрации, когда я потеряла всю команду, конечно же, да, все разбежались, потому что команда и так была небольшая, тут еще и я ушла. Конечно же, все пошли за мной в никуда. Вот. У меня, знаете, как мы это называем, провалился некий жетончик. Я посмотрела на своего ребенка и поняла, что ему сейчас вот почти 2 года, через год ему будет 3 года, и мне придется все-таки выходить на работу по найму. И, как я уже говорила, это ребенок на бабушках, и вот тут вот я схватилась за голову. И с сентября 2014 года я начала активно работать заново. В результате в ноябре 2014 года я открыла квалификацию директора. С 25 ноября 2014 года я являюсь свободным человеком, я являюсь индивидуальным предпринимателем. У меня заключен договорчик с компанией, и все денежки я получаю официально на свой расчетный счет в банке 17 раз в году. Но не все, да, не все так просто. Вот мой первый доход, который я получила на свой расчетный счет, он составил 104 351 рубль. Почему такая сумма? Девчат, все просто. До открытия вами индивидуального предпринимательства и заключения договорчика с компанией, все деньги, которые вы зарабатываете в компании, они копятся на вашем номере консультанта. И после заключения с вами договора с компанией, все деньги, которые вы накопили, вам перечисляют на ваш расчетный счет. То есть в эту сумму, в 104 тысячи, вошли накопленные мною 70 тысяч, и плюс 34 тысячи доход за каталог, за 21 день. За 2015 год, за предыдущий год, мною было заработано, видно, 700 тысяч рублей. Из них расходы 52 880 рублей. Что такое расходы, девчонки? Расходы – это... Сюда входит обслуживание банк клиента, потому что я обслуживаюсь в банке, у меня на моем ноутбуке стоит банк клиент, и за это каждый месяц я плачу комиссию. Также сюда вошли налоги, которые мы платим, мы работаем в правовом поле, мы как индивидуальные предприниматели платим 6% от своего дохода, потому что мы работаем на упрощенке. Также мы платим в пенсионный фонд. Но если мы сначала платим пенсионку, то идет
перерасчет, и уже в налоговую мы не платим. Да, в Казахстане 3%, на Украине, если я не ошибаюсь, 4%. Ну, возможно, я ошибаюсь. А по России 6%. Итого, смотрите, за 2015 год я заработала почти 700 тысяч, из них 52 тысячи пошло на различные расходы. В результате без налогов 642 тысячи рублей в месяц, если пересчитать на месяц, 53 тысячи 500 рублей. Как вам такой доход, сидя дома, работая исключительно дома, в интернете, вместе с семьей, как вам такие доходы? В этом году я еще, этот год еще у нас не закончился, я люблю глобально подсчитывать, поэтому за этот год я еще не просчитывала, сколько я заработала, плюс еще у нас будет несколько выплат, но там сумма уже, конечно, будет больше, девчонки. Да, очень даже хорошие доходы. Я столько зарабатывала, катаясь каждый день в Москву, я работала в Москве. Только я тратила время на дорогу, я тратила деньги на дорогу, я вкладывала в свою работу по найму, потому что мне нужно было красиво выглядеть, у нас был офисный стиль одежды, я покупала, естественно, себе блузочки, юбочки, костюмчики, а бизнес-ланч пойти покушать, фирма была очень такая хорошая, перспективная, не принято было с собой брать еду, поэтому мы ходили на бизнес... Мы ходили на бизнес-ланч. И все это стоит денег. То есть, если посчитать, сколько я вкладывала в работу по найму, а плюс 13% подоходный налог, то, девчонки, открывать индивидуальное предпринимательство и платить 6% от своих доходов намного выгоднее, чем работать по найму, платить 13% подоходного налога и плюс еще вкладывать деньги в свою работу. Да, то есть это и проезд, и время, и свой внешний вид. Поэтому не боимся индивидуального предпринимательства. Это круто, это модно, это классно, и это очень здорово, девчонки. Теперь, почему выбрали компанию Oriflame, что нам предлагает наша компания? Во-первых, спасибо большое. Во-первых, компания предлагает готовый бизнес под ключ. У нас нет финансовых вложений, соответственно, нет никаких рисков. Если вы открываете какой-либо бизнес на земле, традиционный бизнес, то прежде чем он начнет приносить вам какой-либо доход, вам нужно... Да, девчонки, мальчишки... Привыкла просто общаться с командой, у нас в основном женский состав, поэтому я извиняюсь. Очень классно, что к нам присоединяются мужчины, это очень здорово, потому что у бизнеса нет пола, бизнес, он для всех. Да. Если вы открываете какой-либо традиционный бизнес на земле, то, конечно же, нужно очень много финансовых вложений, чтобы он начал действовать. Здесь же абсолютно нет никаких вложений, соответственно, нет рисков. У вас уже готовый бизнес под ключ. У нас нет привязки к месту жительства. Интернет, он повсюду. Я всегда привожу пример нашего лидера Татьяну Новикову. Из Москвы переехала с семьей жить в Валенсию, в Испанию, взяла с собой ноутбук, у нее там есть интернет, все. Ее бизнес всегда с ней. Я куда-то могу уехать, да, там к родителям, погостить, к бабушкам, к дедушкам, к друзьям, неважно. Я взяла с собой ноутбук, мой бизнес, он всегда со мной рядом. Это очень здорово, потому что если вы откроете, да, какой-нибудь магазинчик или палаточку на земле, ну, вы же ее с собой не повезете, правильно? Работаем в удобное время, по вашему графику. Бесплатное обучение и помощь команды 24 часа в сутки. Также возможность передать бизнес по наследству. У кого есть дети, те меня прекрасно поймут. Моему ребенку сейчас 5 лет. На данный момент он так же, как и я, является директором компании. Плюс
Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, конечно же. И уже не важно, захочет ли он продолжать этот бизнес или захочет он заниматься чем-нибудь другим. Все выплаты, которые буду получать я, перейдут ему, потому что мы можем передать бизнес детям, родителям, супругам. Это очень здорово. Путешествие за счет компании с уровнем менеджера. Уже наши менеджеры путешествуют за счет компании. В 2015 году это был Египет, а в 2016 году это Сочи, и в 2017 году нас ждет поездка в Болгарию. Это только для с уровня менеджера. Также у нас путешествие для золотых директоров, для бриллиантовых директоров и для исполнительных. Можно совмещать с учебой, с работой, с декретом и так далее. И, конечно же, что немаловажно, пассивный доход с уровня золотого директора. Что это значит? Это когда вы помогаете двум людям вашей организации стать директорами, вы открываете квалификацию золотого директора, по большому счету вы с этого уровня уже можете не работать. Все свои заработанные денежки вы будете все равно получать на свой расчетный счет. Тут уже будет зависеть только от ваших амбиций. Если вам будет достаточно этого дохода, вы можете прекратить, закрыть ноутбук и спокойно заниматься своими делами. Если недостаточно, окей, работаем дальше. Но, ребят, если вы научитесь, когда вы научитесь зарабатывать деньги, когда вы научитесь, когда вы поймете, что наш бизнес, он не сложный, ну, очень сложно остановиться, понимаете, потому что мы люди так устроены, что нам всегда мало. Если я знаю, как зарабатывать деньги, если у меня получается, конечно же, я не буду останавливаться на каком-либо этапе. Я себе планку поставила. Конечно, можно регистрировать маму, папу, сестру, брата, своих родных. Конечно. Аппетит приходит во время еды, правильно. Ребят, у компании Oriflame, компания является производителем. 5 собственных заводов: Польша, Индия, Швеция, Китай, Россия. 2 научно-исследовательских центра. Глобальный технический центр Oriflame в Дублине и центр исследования кожи в Стокгольме. Компания в следующем году будет отмечать 50 лет, как она развивается на мировом рынке. В 62 странах представлена наша компания. Не это ли говорит о... просто о мегамасштабах, которые предлагает нам компания Oriflame. Компания миллиардер. Миллиардные товарообороты. Я когда начинаю говорить о компании, у меня эмоции просто, знаете, настолько я горжусь тем, что я являюсь частью, что я являюсь партнером такого гиганта. У меня просто вот гордость распирает за нашу компанию. А теперь, почему проект «Экспресс-карьера»? У нас запатентованный проект. Основатель нашего проекта Анна Черна, она сейчас золотой исполнительный директор. Огромная, конечно, благодарность Анечке за то, что 5 лет назад... вот такую систему, такую махину, такой проект просто запустила. Обычная девушка. И просто развернула такие масштабы внутри компании. Мы номер один на Украине. Экспресс-карьера топ номер один на Украине. Топ номер три СНГ. Ребята, это все... только за 5 лет работы исключительно в интернете. Более 600 директоров, тысячи менеджеров. Ежедневно присоединяются более 10 тысяч партнеров. Это говорит о том, что мы лучшие, ребят. Экспресс-карьера лучшая. Я очень горжусь тоже тем, что... я в проекте.
Почему? Почему проект «Экспресс-карьера»? Бесплатное обучение, помощь и поддержка лидеров. И что немаловажно, ребят, готовая система работы. Когда вы приходите в команду, вам дают готовые инструменты, вам не нужно изобретать велосипед. Вы берете то, что уже проверено на очень многих успешных людях. Все будут с вами делиться информацией абсолютно бесплатно. Вот такая вот у нас огромная команда. Это банкет директоров России и Москва. Конечно же, не все. Конечно же, не все поместились, конечно же, не все присутствуют на фото. Но, ребят, в следующем году на этих фотографиях можете быть уже вы. Теперь, в чем же заключается суть проекта? Знаете, вот правду говорят, что все гениальное просто. Мы развиваем собственные интернет-магазины товаров повседневного спроса. Ребят, мы с первых дней после регистрации становимся владельцами собственных интернет-магазинов. Только мы не отвечаем. Мы не несем ответственность за наполнение наших магазинов товаром. Это все взяла на себя компания. Каждый 21 день обновляется каталог на сайте компании, более 20 новинок и более 1500 наименований продукции. Мы не несем ответственности за транспортировку, за логистику. Все это взяла на себя компания. Наш проект, он держится на трех китах, да, на правила 3П, как угодно можно это назвать. Ребят, выполняя три несложных действия, мы достигаем просто потрясающих результатов. Первое – это личное потребление, рекрутинг и обучение. И сейчас мы с вами остановимся на аспектах подробно. Личное потребление. Что мы делаем? Мы меняем обычный розничный магазин на свой собственный интернет-магазин компании «Орифлейм». Но тут вообще не возникает никаких проблем, никаких проблем не должно возникать. Смотрите, я всегда привожу такую аналогию. Вы открыли мясную лавку. Да, где-нибудь в вашем городе. Вы мясо для семьи на ужин где купите? У себя в магазине или вы пойдете в соседний магазин? Я думаю, ответ очевиден, конечно же, у себя. Так что вы еще сделаете? Вы всем своим родным, всем близким, всем друзьям скажете: ребята, у меня мясная лавка, у меня классный продукт. Давайте вы теперь будете все для семьи мясо покупать у меня в магазине. Я вам скидочку сделаю. Правильно? Правильно. Тут точно так же. Мы с вами живем в цивилизованном мире, слава Богу, где все моются, мужья бреются, принимают душ, пользуются дезодорантами, чистят зубы, пьют витамины. Правильно? Женщины красятся. Мужчины пользуются парфюмами, женщины пользуются парфюмами. Ребят, в нашем интернет-магазине все это есть. Средства личной гигиены, парфюмы, аксессуары, бижутерия, витамины. Все это есть в вашем собственном интернет-магазине. Где мы теперь все это покупаем? Ну, конечно же, у себя. Тем более, нам за это компания выплачивает наши доходы. Я до регистрации в компании, я всем этим пользовалась, да? У нас в городе есть различные магазинчики, да, и хозяйственные, и более крупные, такие как Литуали или Дебате. Я ходила раньше туда. Я оставляла немерено денег на все вот эти вот, на свои нужды. У меня была скидка 3%. 3% мне всего дали за то, что я у них оставила очень много денег.
Тут с первых дней после регистрации у вас появляется дисконт 20%. Ребят, это отличная экономия своего семейного бюджета. Ну, не знаю, я люблю себя, я люблю своих родных, и я люблю нашу компанию Oriflame. Это моя ванна-комната. Как вы видите, ничего лишнего, но все только от компании. Моя коллекция сумок. Ну, ребят, все только от компании. Зонтики, шапки, шарфики, бижутерия. Только от компании. Но неужели я пойду куда-то в розничный магазин, кормить директора магазина, оставлять деньги ему на новую машину, на новую квартиру, на новую дачу, когда все это есть у меня в моем собственном интернет-магазине? Конечно же нет. Я все это куплю у себя. Это wellness. Я чуть попозже покажу, чего я достигла с помощью этой продукции. Ребят, обязательно обратите внимание на нашу линейку здорового питания wellness. Детские витамины, омега-3 мультивитамины, взрослые витамины, wellness pack, наши супчики, наши коктейльчики. Почитайте информацию, просто потрясающая продукция. Я чуть попозже покажу, чего я достигла. Поэтому, ребят, личное потребление – это самый приятный, самый классный вообще аспект, наш китенок, с помощью которого вы будете успешно развиваться в нашем проекте. Да, я тоже заказываю Wellness Life. У меня Wellness Life – здоровье, которое и суп, коктейль, и Wellness Pack. Вот, обожаю. Следующий китенок – рекрутирование. Что такое рекрутирование? Это приглашение людей в команду. Как мы приглашаем и для чего? Ребят, способов очень много. У нас ежедневно в нашем проекте в 18:00 по Москве проходят вебинары, где наши девчонки, где наши партнеры, наши лидеры делятся своим успешным опытом приглашения людей в команду. Способов очень много. Можно приглашать родных и близких друзей, теплый круг. Можно работать в социальных сетях. Можно работать на досках объявлений. Каждый день добавляется какой-либо способ. Обязательно посещайте, пользуйтесь тем, что мы предоставляем все обучение абсолютно бесплатно. Поэтому пользуйтесь этим. Учитесь у тех, у кого получается, ежедневно в 18:00 по Москве. А сегодня я буду проводить для вас вебинар, я вам расскажу, как я работаю в социальной сети ВКонтакте. Поэтому тоже всех приглашаю. Обучение. Ребят, мы все с вами приходим в команду, приходим в компанию с разным жизненным опытом, правильно? У нас различные, абсолютно различные профессии, да, абсолютно различные специальности. Вот напишите, кто, у кого какая специальность, кто тем, может быть, до сих пор работает, кто кем работал до декрета. Давайте просто посмотрим, какие мы все разные. Инженер. Я вот, да, по образованию инженер-строитель железных дорог, но проработала бухгалтером, Врач, фармацевт, инженер, шахтер, учитель, бухгалтер. Врач в декрете, медсестра, лаборант, медработник, учитель, экономист, бухучет, аудит, химик, швея, бухгалтер, экономист, бухгалтер. Ребята, смотрите, какие мы все с вами разные. Какие мы с вами все разные, но нас объединяет, да, то, что мы находимся в самом классном проекте, в самой классной компании. Поэтому смотрите, все мы приходим с разным жизненным опытом. Поэтому, конечно же, чтобы стать успешным, чтобы стать профессионалом в сетевом маркетинге, да, нужно учиться, ребят, нужно учиться. Хорошие деньги всегда у нас платились профессионалам. Как у нас проходит обучение?
вот так вот, как сейчас, да, в формате онлайн-вебинаров. Рассылки на электронную почту. У каждого директора есть своя рассылка. То есть вы будете получать информацию от директора, от вышестоящего лидера. У многих директоров есть обучающий сайт. Вот, допустим, у нас в команде есть обучающий сайт, где пошагово мы разбираем всю информацию, как стать успешным в нашем проекте. И, конечно же, плотное сопровождение лидерами. Ребята, у нас есть чаты, у нас есть чаты абсолютно везде. В Телеграме, в Скайпе, в социальных сетях. Просто пользуйтесь, берите ту информацию, которую вам предоставляют те, кто добился результата, те, у кого получилось. Слушайте успешных. Не слушайте тех, кто говорит, что у вас ничего не получится, что все это лохотрон, что здесь никогда не заработаешь. Ребят, всегда смотрите на тех, кто вам это говорит. Я когда пришла в проект, тоже очень многие, ну что же говорить, очень многие, да все. Все сказали: Маша, куда ты влезла? Маша, ты чего? Но я сразу, ну я сказала: так, ребят, это мое дело, да? Я себя зарекомендовала все-таки за свои 30 лет как здравомыслящий человек, как я не была замечена ни в одной авантюре, почему вы считаете, что именно сейчас я куда-то влезла? Поэтому я никого не стала слушать. Я добилась результата. И теперь те, кто говорил, что это все фигня, что не сработает, что ну, не получится, ничего не говорят. Либо ничего не говорят, либо приходят в команду. Вот. Поэтому, девчонки, слушайте тех, девчонки, мальчишки, слушайте тех, у кого получается. Себя как, вот просто как губки всю информацию, которую вам дают. За что платят деньги? Правильно, докажите обратное. Кто-то придет на ваш результат. Кто-то пойдет за вами сразу, а кто-то придет на результат. Смотрите, за что платят деньги? Ребят, каждый партнер, который приходит в компанию, он становится лояльным покупателем, лояльным потребителем. Ну, логично, да, у всех появляется скидка 20%, даже если не интересует бизнес, то почему бы не экономить семейный бюджет? И теперь смотрите, вот простая арифметика, да, простая математика. 100 человек купили для себя продукцию на 100 рублей. Да, ребят, в вашей команде 100 человек купили для себя продукцию на 100 рублей. 100 умножить на 100 равняется 10 тысяч рублей товарооборот вашей группы. Ваш примерный доход 1000 рублей. Ну, не густо, да? Смотрите, считаем дальше. 100 человек купили для себя продукцию на 1000 рублей. Девчонки, что такое 1000 рублей? Это минимум на семью из 3 человек. Вот у меня семья, да, небольшая, нас трое в семье. Но у меня такое ощущение, что у меня муж с сыном просто, ну, там, пьют шампунь и запивают гелем для душа. Я не знаю, куда это у нас все девается. Вот, у нас очень много уходит. А дезодоранты, а паста, опять же, витамины. У нас все летит. Ну, серьезно. Смотрите, 100 человек купили для себя продукцию на 1000 рублей. Да? 100 умножить на 1000 – 100 тысяч рублей. Товарооборот вашей группы. Ваш примерный доход – 10 тысяч рублей. Уже лучше. Правда? Мы же не забываем, что компания нам платит за товарооборот. Что мы с вами делаем? Да? Наша с вами задача, если совсем просто, перевести людей из обычных розничных магазинов в наш интернет-магазин компании Oriflame, чтобы люди пользовались качественной, классной продукцией напрямую от производителя, чтобы люди не переплачивали за тот товар, который стоит на прилавках магазина. Я думаю, не открою никому секрет, да, что несколько лет назад в России точно, в других странах не скажу, отменили сертификацию на средства бытовой химии, ну и, соответственно, на все шампуни, гели для душа и так далее. Никто вам не даст гарантию,
откуда был привезен данный товар. Уж простите, в каком подвале его разливали, вам никто никогда не скажет. А потом мы с вами удивляемся, да, откуда аллергия, откуда перхоть, откуда прыщи. Да потому что некачественная продукция. И нет сертификата качества. У нас же компания является производителем. Она сама производит продукт, она не перекупщик. Она несет ответственность за то, что производит. И на каждый товар у нас есть сертификат качества. И мы получаем его напрямую от производителя, напрямую с завода. Поэтому, вот, поэтому наша задача перевести людей на классный продукт шведского качества. Итак, смотрите, считаем дальше. Да, вот 10 тысяч рублей уже неплохой доход. А если 100 человек купили для себя продукцию на 3 тысячи рублей, 100 умножить на 3 тысячи, 300 тысяч рублей товарооборот вашей организации и ваш примерный доход 30 тысяч рублей. Ребят, а если 1000 человек совершат покупки на 3000 рублей каждый. Понимаете? Смотрите. Вам нравятся такие зарплаты? Видно, я не знаю, может мелко. Сначала. У вас будут небольшие доходы, да, когда вы являетесь партнером 3%, партнером 6%, менеджером 9%. Но, ребят, с каждым каталогом при активной работе ваши доходы будут только расти. Да, когда я радовалась первому своему доходу в 200 рублей от компании, я, если честно, я была счастлива, что я заработала первые деньги. Да, девчат, ребят, мой первый доход от компании был 200 рублей. Смеялись, как надо мной смеялись. Я говорила, подождите, вот твой доход 20 тысяч, да, он и через год будет 20, а мой доход будет только расти. И так произошло на самом деле. Работая по найму, нам доход, наш доход, ну, вряд ли очень сильно, тем более сейчас, в период кризиса, вряд ли он очень сильно увеличивается. Нет, наоборот, урезают премии, урезают доходы. У нас в компании стабильность, стабильный рост доходов, понимаете? Премии в долларах, путешествия за границу, доходы растут. Круто? Круто. И вот смотрите, на уровне директора, это когда товарооборот вашей организации 250 тысяч рублей, групповой товарооборот, да, то есть товарооборот всей вашей команды 250 тысяч рублей, вы открываете квалификацию директора, ваш доход становится 30 тысяч рублей, ну, тут написано каждый месяц. Я с этим поспорю, у меня доход за 30 каждый каталог, потому что у нас еще есть программа для директоров, мой автомобиль, то есть каждый каталог моему доходу мне еще платят 9 тысяч рублей по этой программе. Ребят, премия 9 тысяч рублей каждый каталог. Как вам? И вот поэтому на уровне директора у меня доход получается 50 тысяч в месяц, то есть даже больше, чем заявлено в этой табличке. Помогите одному партнеру вашей команде стать директором, да, открыть квалификацию. Вы становитесь старшим директором, ваш доход 50 тысяч. Помогите двум партнерам, вы становитесь золотым директором, и доход 75 тысяч. Трем людям. Вы старше, золотой директор, доход 100 тысяч. А дальше я уже говорила, все будет зависеть только от ваших амбиций, ребят. Кому-то достаточно 30 тысяч рублей, а кому-то 100 мало. Поэтому какую планку вы себе поставите, столько вы и будете зарабатывать. У меня сейчас в команде, я очень рада, у меня два индивидуальных предпринимателя.
Вот-вот ждем в директорском составе. Вот, поэтому доходы скоро будут увеличиваться. На пороге открытия новых званий. Спасибо, девчат. По 9 тысяч, я точно не скажу информацию, пока платят. Пока не было информации, что эту программу убирают. Спасибо. Вот, как выплачивается доход? Компания выплачивает доход строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или той страны, гражданином которой вы являетесь. До этого момента, до открытия вами индивидуального предпринимательства и заключения договорчика с компанией, все деньги копятся на вашем номере, да, как я говорила в самом начале, все деньги копятся на вашем номере консультанта. После того, как вы открываете индивидуальное предпринимательство, заключаете договорчик с компанией, все то, что вы накопили, плюс уже ваш доход, будут вам начисляться на ваш расчетный счет в банке 17 раз в год. У нас 17 выплат, не 13, ой, не 12 и не 13. До этого вот смотрите, что происходит. Мой партнер, да, Катерина Шут, она копила денежки, вот у нее накоплено, да, видно, 60 272 рубля. Катя уже открыла ИП, заключила договорчик с компанией, и все эти деньги перечислили на ее расчетный счет. То есть, понимаете, до этого времени ваши деньги никуда не пропадают. Мы, простите, не альтруисты, мы работаем не за идею, да, поэтому вы не переживайте, что до открытия вами ИП ваши деньги куда-то пропадут. Нет. Они все копятся на вашем номере. Подведем итоги, да? Ребят, в чем суть бизнеса? В создании огромной... Секундочку. Максим. Да. Да. Помощник начинает проявлять себя. А в чем суть бизнеса, ребят? Зарядил. В чем суть? Да, ну на самом деле это очень классно, что вот так вот, да, с детьми мы можем работать. В чем суть бизнеса, ребят? В создании огромной сети потребителей, которые будут совершать покупки в вашем интернет-магазине, то есть в организации товарооборота. Покупок всех людей, кто будет зарегистрирован в вашей команде, вы будете получать свой процент. Один раз сделали работу, один раз пригласили человека, один раз помогли ему оформить дисконт на сайте компании, один раз помогли ему оформить доставку, получили за него свой процент. Человек пришел через месяц, уже без вашей помощи оформил покупку, а вы опять получили за него свой процент. Понимаете? Один раз делаем работу, а получаем деньги постоянно. Что нужно делать? Приглашать людей, обучаться, покупать для себя. Откуда деньги? С покупок всех людей команды. Кто вам будет помогать? Спонсор, менеджеры, директор, сама компания. И что вы получите в итоге? Вы получите постоянно растущий доход и финансовую независимость. И это ли не здорово? Путешествие за счет компании с уровнем менеджера. 2015 год, октябрь, Египет, Шарм-эль-Шейх. Компания оплатила абсолютно все. Перелет, проживание, отель 5 звезд. 4 дня мы наслаждались просто потрясающими эмоциями вместе с компанией. 2000 человек вывезла компания за свой счет. К нам приезжала Анечка Черна, она отдыхала в Египте с семьей, и вот она к нам приезжала в наш отель. Я очень дорожу такими фотографиями. Вот. Наш холл отеля. Все, кого только смогли собрать, конечно же, не все на фотографии. И, ребят, неимоверные эмоции, вот просто распирает до сих пор.
А в Сочи я в этом году не попала, вот, но ничего, обязательно попаду в следующем году в Болгарию уже с командой. Ну, ребят, в следующем году нас ждет Майами для бриллиантовых директоров, нас ждет лайнер для золотых директоров, Болгария. Вы не представляете, сколько нас всего ждет, и неважно, когда вы к нам присоединились. В том году, сегодня, завтра присоединитесь, вы успеете везде, потому что компания каждый год организовывает потрясающие поездки. Даже если куда-то не успели, обязательно успеете в следующем году. С уровня золотого директора на две персоны, менеджерские конференции на одну персону. Программа «Мой автомобиль», про которую я говорила, да? То есть мало того, что вас ждет бонус 70 тысяч рублей по закрытию звание директор, дополнительный бонус, единовременная премия 70 тысяч рублей, плюс еще каждый каталог мы получаем бонус от 3 до 9 тысяч рублей. Автомобиль в подарок от компании. С уровня директора мы можем приобрести, нам компания, вот этот бонус, который нам компания выплачивает, мы можем потратить на автомобиль. С уровня директора это Skoda Rapid. С уровня бриллиантов это уже Volvo. Ну, там совсем, да, там совсем друг, ну, уже немножечко по-другому. Мы стремимся, вот, очень хочется Шкоду. У меня уже ребенок тоже говорит, что мама, давай Шкоду. Ребят, что мне дал проект? Проект дал возможность мечтать. И знаете, что классно? Вот вроде, да, я уже так давно в проекте, но... Да, и директор. Почему так? Да вот честно, честно и откровенно, не все время работала. Система работает. Понимаете? Я не все время работала. Не все время уделяла компании, проекту. Но даже несмотря на это, когда у меня были перерывы, ну разные жизненные ситуации, да, у нас происходят, были перерывы, долгосрочные перерывы. Все равно, как видите, это никак не отразилось на моем бизнесе. Да, немножечко подзадержалась я в открытии новых званий, но ничего страшного, я все наверстаю. Все наверстаю, все открою, потому что огромное спасибо моей команде. Потрясающие люди приходят. Ну, огромное спасибо каждой звездочке в команде. Что дал проект? Ну, конечно же, возможность мечтать. Возможность помогать родителям, свободу действий, возможность быть семьей. Да, как вы вот слышали, у меня немножечко приболел сейчас ребенок, в садик не ходим, но это не мешает мне работать. Да, сейчас закончу вебинар, пойдем с ним играть. Потому что в первую очередь я мама-мама. Вот, потом, что мне еще, занятия спортом в утреннее время. Да, мы также рано встаем, потому что мы идем в сад, но если все родители бегут дальше на электричку и разъезжаются по работам, то я бегу в спортзал, заниматься спортом, приводить себя в порядок, а кайфовать. А я тебя отдам и плаваю. Зайка, еще 10 минут, ладно? Мама, купишь мне после этого игрушку? Куплю после этого сейчас? Игрушку. Зайка. Вот. Частная клиника. Мы не ходим в детскую поликлинику, потому что, ну, сколько раз там были, столько раз там что-то цепляли. Мы посещаем частную клинику. Да, деньги, но, ребят, могу позволить. Уверенность в завтрашнем дне. Да, я уверена в завтрашнем дне. Мне не страшен ни кризис, ничего мне это не страшно. Я уверена в компании, которая в следующем году будет отмечать 50 лет. Я уверена в компании, я уверена в проекте, я уверена в себе, и я уверена в своей команде. Поэтому мне ничего не страшно. И, ребят, вот написала фигуру мечты. Сейчас покажу, что я имела в виду. А левая фотография слева.
новогодний утренник, ну вот в конце этого года, да, получается. Ну все хорошо, всем хороша, красотка, но, ребят, я так отъелась перед тем Новым годом. Ой, знаете, ну вот какой-то был опять у меня творческий кризис. Спасибо. Всем хороша, но очень большой для меня вес, 60 килограмм. Ну, видно по фотографии. Ребят, прошло полгода. То, что справа, это сейчас я. Смотрите, спорт я подключила чуть позже. Спортом я занимаюсь всего 2,5 месяца. Без спорта, только благодаря нашей продукции Wellness, без диет, потому что покушать я люблю. Ну уж, вот так вот. Я сбросила 6 килограмм за полгода. Не надо, зайка. Только благодаря нашей продукции Wellness, только благодаря нашим супам, нашим коктейлям, нашим витаминам. Ребят, ну, результат, мне кажется, на лице, на фигуре. Потом я уже подключила спорт. Почему я его смогла себе подключить? Да потому что есть время на спорт. Работаю я на работе по найму. Ребят, Оль, супер. Я тоже, я еще в процессе. Вот, работаю я на работе по найму. Ну, сами посмотрите, приехала в 8 вечера с работы. Ну, какой, блин, нафиг спорт? Куда? А тут у меня есть время заниматься собой. Огромное спасибо, опять же, за это компании, нашему проекту. Ну, да, правильное питание. Вот так вот, это я вечером могу сходить на спорт. Наши супчики. Вот вы видите, я обожаю суп томат-базилик. Вот, ну, вкус потрясающий. А сейчас, правда, доедаю спаржу. Тоже прониклась и очень даже достойный, да, достойный вкус и очень классный результат. Ребят, как питаться? На завтрак, ну да, кому интересно, да, на завтрак я выпиваю коктейль Wellness на воде, все, через час я уже нормально, полноценно завтракаю. Ужин я заменила нашими супчиками Wellness, ну и вот какой-нибудь овощной салатик. Все, я также ем булочки, я также ем конфетки. То есть все это я ем, но результат портится. Вот. И, ребят, огромное спасибо, да, всем, кто остался. Надеюсь, я была вам полезна, надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что наши гости, которые присутствовали на вебинаре, кто еще не зарегистрирован в компании, обратятся к тем людям, которых вас пригласили, обязательно обратитесь и регистрируйтесь скорее, ребята, вы ничего не потеряете, рисков ноль, но вы хотя бы попробуйте, дайте себе шанс, попробуйте. А для тех, да, кто остался, кто уже является нашим партнером, кто остался до конца вебинара, огромное спасибо. Вот. И у нас есть специальный в нашей команде «Экспресс-карьера» есть специальный рекрутинговый сайт. Это отличный инструмент для набора партнеров в свою команду. Обратитесь к своему спонсору, менеджеру или директору с просьбой, если у вас еще нет, чтобы вам предоставили такой сайт. Я сама им рекрутирую. Очень, очень довольна. Ну, ребят, ты тоже очень понравилась. Очень понравилась картинка на просторах интернета, опять же, нашла. Если вы думаете, что вы способны на что-то, вы правы. Если вы думаете, что у вас не получится что-то, вы тоже правы. Ребят, все зависит только от вас. Все вот здесь. Все у нас в голове. Понимаете? Мы сами строители своей жизни. Мы сами вправе распоряжаться своей жизнью. Ни государство, ни там наши начальники на работе по найму, ни кто-то. Не нужно... Сейчас, зайка. Не нужно никого слушать. Слушайте только себя. Понимаете? Мама, а можно мне взять телефон? Да. Ребят, экспресс-карьера, она открывает дверь в удивительный мир. Просто откройте ее. Надеюсь, я была вам
полезно, надеюсь, вам было интересно. Я вас всех приглашаю на вечерний вебинар по рекрутингу. Сегодня 18 часов по Москве. Я расскажу, как я работаю в социальной сети ВКонтакте. Огромное всем спасибо за то, что пришли. До новых встреч, ребят!